Окей, говорит, за что? Яйцо was not imported. Блять, Олю, Оля, тыква по пизде пошла. Ее, короче, я там. Она не предатель, она просто из игры нахуй вышла. Сволочи, это был не я. Видите, это не он. Я же говорил, это не он, это коричневый. Коричневый говно меня убил. Полетит. Это, говорит, был не я, сука. Все, давайте, давайте. Голосуйте. Чтоб его мамку негры ебали. Наконец-то коричневый получил пизды. Все. Балбесы. Он был им. Им был импостером, да. Он был предателем. Всем привет, с вами Доки Трэш. Сегодня очень интересная игра Among Us. Очень много про нее мемов видел в интернете, очень много всякой шумихи про нее было в интернете, короче, куча всякой приколюхи. Я, короче, поначалу очень сильно прям не хотел все это самое смотреть, скачивать, играть, а потом как в телефон один раз закачал, короче, затянуло. В общем, я там 2-3 раза сдох, блядь, и пиздец там. Но там, на самом деле, очень интересная игра, очень классная. Сейчас все, короче, ее любят, все, короче, ее хотят, и так далее, тому короче, что-то я запоролся. Ладно, короче, вот, эта игра, вот там, где ищешь предателя, выполняешь на корабле какие-то задания, предатель всех убивает, или ты сам становишься предателем, всех убиваешь, тебя могут сделать предателем, хотя ты им не являешься, и выкинуть нахуй путем голосования из корабля. И, короче, вот вся суть игры в этом. Ну, по сути, тут можно просто поржать и поприкалываться. Короче, просто... Я как вот на телефоне поиграл, мне понравилось, сейчас скачал на компьютер, теперь буду пробовать играть здесь. Буду пробовать, так сказать, на вкус, что это такое. Короче, вот, если интересно, смотрите. Короче, пробуем здесь, короче, онлайн. Что у нас здесь по онлайну? Короче, вот, давайте, публик. Так, давайте попробуем выбрать что-то такое. Короче, Дениска. Блять, в смысле? Еще раз пробуем. Кис. О, смотрите. А вот и я. Тут, короче, был режим выбор на мышке, но я, короче, на клавиатуре, я на мышке решил. Ну ладно, хуй с ним. Сейчас попробуем в настройках покопаться и найти мышку и хуишку. Так, подождите, а если вот так? А если вот так потише сделать? Return, let's game, чё? А, короче, ладно. Смотрите, короче, тут, получается, мы набираемся в команду и ждем, короче, пока наберутся все. Там человек 10 должно быть. Так вот я, получается. Вот остальные. Надпись Доки Трэш, всем видно, да? Тут, короче, мы можем менять костюмы. Допустим, я буду с такой костюмчик, вот такой у меня. Вот такой у меня был скин на телефоне, когда я играл. Вот. Можно вот такой. Можно вот такой. Вот, мы можем натянуть маску. Коронавирус все-таки. Так. Давайте, короче... Все, короче, все, время прошло. Все, короче, начинается игра. Мы, короче... Все, короче, один из нас предатель. Тут, короче, нет, не было русской версии, но, короче, ладно, хуй с ним. Короче, можно кидать репорт, если мы, короче, находим предателя, и все. Можно не кидать репорт, можно кого-то убить. Поскольку, наверное, мы не предатели, наверное... О, карта есть. Мы, короче, можем это... Вернее, если мы не предатели, мы не можем путешествовать по этой хуйне. Короче, смотрите... Тут можно все выполнять всякие задания. Так, что у нас еще? Все? А, все, мы типа выполнили задание, смотрите. Ну, короче, здесь выполняем задание, делаем, чтобы все было хорошо. И смотрим, чтобы к нам кто-то не подкрался сзади. Потому что если к нам подкрадутся сзади, нам будет пизда. А, нет, не подходи, пидор. А подождите, а если мы будем предателями? Так, иди-ка сюда. О! Нет, подождите, это не я кого-то убил. Нет, не я. Вот, пошло, короче, голосование. Давайте посмотрим, есть люди, которые пишут по-русски. Кто, а кто? Блять. Написал я ради прикола, ладно. Синий, синий. Все, короче, решили, что синий. Ладно, хуй с ним. А, ок, коричневый. Ребята, мне кажется, вы вообще... Почему, блядь? А, коричневый. Ладно, давайте, напишу синий тоже. Пускай будет так. Всем будет заодно. Так, мы еще не голосовали, да? Так, теперь, короче, голосуем. Давайте, синий. Все, я проголосовал. Все, я проголосовал, теперь все заебись.
Так, все, выкидываем яйцо нахуй. Чувак с ником яйцо будет нахуй вышвырнут. Чуваки, говорит, за что? Яйцо was not imported. А, типа он не был. Он, короче, он же был предателем. Все, смотрите, мы победили. Ладно, пробуем еще раз. Так, я думаю, давайте я буду розовый. Да, я буду... О, смотрите, еще можно поменять штаны, ни хренули. Ладно, я буду вот такой в костюмчике. И у меня будет вот такая шапочка. Нет, подождите. Во, во, идеально, блять, какой-то гейский костюм. Надо, короче, его поменять, потому что, блядь, зачморят, скажут, что это за, блядь, голубок на пошел конем. Ну ладно, похеру, просто ради прикола все делаем. Так, все, игра началась, короче, мы сейчас будем... Один из нас предатель, по-любому это буду я. Давайте убьем кого-нибудь. Чуваки, я хочу кого-нибудь убить. Вот как мне тебя убить, объясни мне, пожалуйста. Вот как мне тебя убить, а? Вот как мне тебя убить, как мне быть предателем, объясните мне. Как мне быть ебаным предателем? Не, серьезно, мы же можем быть предателями, да? Как? Никак, ладно, хуй с ним. Будем просто выполнять какие-нибудь задания. Все, окей. Так, где я? А, вот я. Получается, мы можем путешествовать. Так, давайте займемся. Так, отойди, иди нахуй от меня. Так, электричество, видимо, тут уже все везде покрафтили, да? Подождите. Ага, сделали. Да? Так, значит так, короче, электричество мы сделали. Блять, чувак. А, нагибатор вышел из игры, прикинь, нагибатор, ёпта. Так, короче, ладно, что у нас тут? Какие-то склады. Ненавижу склады. Так, давайте. Подождите, а как? Здесь нету никакой... Как? Так, тихо, идите нахуй. Не хочу с вами играть. Я, блядь, знаю вас, на. Сейчас вы будете, блядь, типа, нормально-нормально, потом херакс и кто-то в жопку чпахнет. Не, серьезно, они, короче, подходят так сзади и совершают тайное убийство. Все, нахер, иди нахер, все. Короче, что у нас здесь? А, смотрите, мы все сделали. Так. Теперь давайте выполняем задание дальше. А, тихо, иди нахуй, тихо, нахуй иди. Так, короче, чё? О2? Чё за О2? Не, подождите, мы О2 не смогли попасть. Попадаем на О2. А-а-а, вот смотрите, мы мышкой здесь захерачиваемся, смотрите. Сейчас он меня убьет. Он... Сволочь ты, сволочь. И нахуй, и что я теперь буду делать? И даже, заметьте, мне даже не получится что-то им написать. Смотрите, я буду писать, меня убили. И все, меня не видно, потому что я призрак. Меня убили, меня трахнули просто, вообще все, потому что розовый, блядь. Все, сейчас будем ждать, пока они придумают. Я видел, как оранжевый вент и лес. Чоу, все сразу. Да. А никто не видел, что розового убили, допустим, да? Так, ладно, пишем. Хотя я знаю, что это был не оранжевый. Это был коричневый. А, я же не могу писать, точно. Я не могу писать. А я могу, интересно, я даже проголосовать не могу. Я даже не в состоянии проголосовать. А, видите, у меня даже планшет разбитый, все. Так, 13 секунд. Чем мы можем? Мы не можем ни хрена. Все, меня, короче, убили во втором раунде тупо. Все, давайте. Блять, оранжевый, это не оранжевый. Это не он был, или он, я не помню. По-моему, не оранжевый. Сволочи, это был не я. Видите, это не он. Я же говорил, это не он, это коричневый. Коричневый говно меня убил. Ладно, буду летать за этим пиздюком. Мы теперь два призрака друга. Заметьте, мы можем летать, получается, по всей хате. По всей хате, по всему этому, блядь. Мы даже в космосе можем побывать, ни хрена себе. Давайте полетаем и посмотрим. Капитанский мостик здесь, это наверняка. Ну, блядь, серьезно, и кто на этот раз? Наконец-то проснулись, блядь. Наконец-то они поняли, что это был коричневый. Коричневое чудо, блядь. Коричневое чудо решило, короче... А, видишь, коричневое дерьмо. Коричневое дерьмо. Коричневый говнюк.
Решил записать игру, а этот пидор меня убил. Короче, вот такая вот херня, да. Ну и чё, давайте, давайте, голосуйте, чтоб его мамку негры ебали. Наконец-то коричневый получил пизды, всё. Балбесы! Он был им, был, им был импостером, да. Он был предателем. Всего лишь три призрака. Ладненько, пробуем в третий раз. Ну серьезно, блять, почему я желтый? Блять, нет, я хочу быть ярко-зеленым. Нет, я хочу быть фиолетовым. Ладно, все. На этот раз мы будем космонавтом, ёпты мать. О, ушки, блять, ушкина. Все, короче, будем вот таким. Объясните мне, как быть предателем в этой игре? Как? Просто я ни разу им не был. Что нужно для того, чтобы, блядь, быть ебаным предателем? Тут даже нельзя нажать графику, просто нельзя графику даже настроить. Как быть ёбаным предателем в этой игре? Никак. Единственное, что в этой игре у меня пока получается, это либо выполнять задание, либо выжить. Итак, синий. Синий, покажи класс. Алды поймут. Так, синий нажал. Ладно, давайте. Нет, никак не нажать, да? А, никак, давайте. Подождите. А, да, конечно, да. Сейчас он будет писать, что все было нормально, все было заебись. Так, теперь давайте проголосуем, да, да? Синий. Яйцо, блядь. По-любому это он. Все, Доки Трэш проголосовал за яйцо. Яйцо у нас по-любому будет предателем. Это говно нас недостойно. Коричневый пускай не обижается. А, смотрите, сейчас выкинут синего. И он по-любому предатель. Сейчас полетит. Это, говорит, был не я, сука. Смотрите, а, подождите, не знаю, он что ли? Да, это не он. Это не он был, его просто убили. Бедняжка. Бедняжка синий. Чё, нет? А, сука, прикиньте, не работает. Ладно. Блять, меня что-то пугает этот, блять, желтый, на. Total Dark Complete, вот слева сверху. Я не знаю, что это значит. Вот как? Давайте попробуем как-нибудь туда забраться. Как туда можно забраться? Как? Просто как? Как? Как, блять? Никак, ладно. Не, подождите, тут же есть функция, типа, открыть, закрыть, Кто-то увидел труп. Черный, значит. Блять, все, короче, ладно, давайте. Голосуем против черного. Все. Черный, иди нахуй. Ой, блядь, мы проголосовали. А, блядь, как раз и игра уже установилась другая. Это, блядь, нахуй для следующего видоса. Я пока Бэтмена еще не прошел. Ладно, короче, давайте. Черный, блядь, черный, иди нахуй оттуда. А за кого там было, я не помню. Типа не смогли, короче, прийти к общему выводу, да? Значит, получается, черный у нас не пошел нахуй. Хотя знаете, что я думаю? Блядь, мне кажется... Если я захочу, блядь, я выебу кого-нибудь здесь. Давайте. Я тебя сейчас убью, нахуй. Иди сюда. Виктори, мы победили. Чё, серьезно? Блядь, и это вся игра.
Ладно, ладно, давайте допустим, еще раз начнем. А, начали вообще сначала. Ладно. Я хочу быть красным, блядь. Ладно, красным быть не получится. Здесь охренительное большое количество этих, блядь, скидонов. О, я буду коммунистом. Только было бы круто, если бы я был красным. А так получается, буду оранжевый коммунист, ладно. Так, все, короче, пацаны. А, блядь, прикинь, тут всего трое. Напишу, что это был я. Ладно. Ок. Ладно, не буду писать им то, что, короче, это был я. Это был не я, вернее. Так, всего 4 чувака. Ладно. Сейчас подождем. Короче, пока ждем, я спрошу у них, а как быть предателем? Я тут всего один день, и так и не понял нихуя. А как быть-то? Они решили послать меня нахуй, просто говорит, не будешь предателем, нахуй. Короче, смотрите, 7... Сколько у нас там человек? Нихуя не понял. Не-не-не, подожди, мы не будем... Мы не будем никого убивать, мы будем честными ребятами. Давайте, короче, выполним тупо задание. Выполним просто обыкновенный, мать его... Так я тебя убью, нахуй. Чувак, я тебя убить хочу. А, иди нахуй, не-не. Так, и что мы тут делаем? Тут же мы ничего не можем сделать, да? Давайте выполним задание. А, типа, смотрите, я скачиваю программы из Nav в My Tablet. Все. Так, все, мы выполнили задание. Все, теперь у нас заебись, все. Так, а дальше-то что? Ясно, это был желтый. Ясно. Это был желтый. Ахаха, я видел, как он дрочит. Мне сказали. Мне не вообще не о том болтают, я просто добавил свою хуйню. Ладно, как обычно. Всякая хуйня. Так, Оля Тыква. Голосуем. Короче, это был желтый. Отвечай, это был желтый. Так, короче, а чё? А, прикинь, сейчас черного выкинут нахуй отсюда вообще. Черный полетел к хуям. А, он был предателем. Смотрите, мы прошли, блядь. Он был предателем, да. Так, давайте еще раз. Сука, хочу быть черным. Ой, черным, красным. Ну ладно, тут даже черным быть нельзя. Ладно, хуй с ним. Короче, ладно, ждем, короче, дальше. Короче, меня послали нахуй, когда я спросил, я хочу быть предателем, блядь, что для этого надо сделать? Я хочу убивать. Все просто рассмеялись, иди нахуй, все. Не будь предателем. Так, давайте пробирочки заполним. Все, да? Или еще можно? Давайте еще. Теперь мы вот сюда захерачиваем, да? Да блять! Да вы издеваетесь, в смысле, почему нельзя? А, ёбаный хуй. Ладно, короче. Да, короче, ладно, все, давайте. Голосуем за Олю.
Короче, ладно, все. Сейчас, короче, мы это... Голосуем за Олю, все. Я за Олю. Олечка молодец. Она, короче, по-любому это она. Ну, блядь, когда я буду предателем, я буду просто всех убивать. Всегда, нахуй. Я буду убивать, причем не по одному, сразу по 200, блядь. Ну, видимо, там так нельзя. Так, чё, кто еще голосует? Эй? Все, давайте, ждем. Кто там? Блять, Олю, Оля тыква по пизде пошла, ее, короче, это сам. Она не предатель, она просто из игры нахуй вышла. Бедная Оля. А, да. Так, здесь у нас задания нет, да? Давайте вернемся обратно и выполним задание в медбэй. В медпункте, грубо говоря. Эта игра, короче, такая, надо к ней привыкнуть. Здесь толком не успеваешь, короче, просмотреть все, все задания выполнить, кого-то убить. И, в общем, через 5 секунд все, блядь, как нервостейники, начинают тупо, блядь, искать предателя. И, блядь, в итоге никого-то, кого-то не того убивает. Так, ладно. Ладно, давайте проголосуем, допустим, за коричневого. Не, серьезно, я думал, что оранжевый. Так оранжевый это, блядь, я. А еще не проголосовал. Два человека не проголосовали. Давайте, блядь, голосуйте нахуй. Так. Коричневый полетит нахуй. А, типа мы, короче, не смогли прийти к общему выводу. Все. Значит, и импостер остался. Слушай, так можете мне... Может мне пройти, блядь, в следующий раз тренировочку? Тренировочку пройти надо, да? Потому что я, блядь, не знаю нихуя, как оно. Да, и еще, я скачаю... Че? Смотрите, я могу быть предателем, скорее всего, да? Могу ли? Блять. Я, короче, не знаю, что в этой игре не так. Я просто не понимаю. Блять, просто не втупляю, блять. Я не вдупляю. Они просто рандомно, блядь, берут и говорят, давайте вот этот, похуй. Ой, блядь, вообще, пиздец. Вот как вообще в этой игре? Сейчас осталось, короче, 15 секунд до окончания голосования, да? Ой, я прям вообще в ахуе. Ай, блядь. Ну, давайте. Кто? Синий, блядь. Синий. Серьезно? Синенький. Ладно, синий, лети к хуям. Синий оказался импостером? Серьезно, синий, блядь. Короче, ладно. Эта игра вот такая. В общем, мне она понравилась. В следующий раз я попытаюсь получше просто узнать, что в этой игре так, что в этой игре не так. И разобравшись, я, наверное, уже смогу полностью, блядь, осознанно уже играть. Убивать людей, там, взять, там, короче, поднимать тревогу и так далее. Ладно, короче, всем спасибо, всем пока. Это был Таки Трэш, играть в хорошие игры. Как отсюда выйти, сука?